Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя грудная азбука. 14 апреля, прекрасная солнечная погода. Нас ожидают ближайшие дни плюс 14, плюс 15. На улице солнышко. Вчера высадила вот во вторую теплицу, потом вам покажу. Но сейчас я зайду вот в эту, где у меня старожилы. И покажу вам, как дела обстоят после того, как я... Ой, какие красивые цветочки! После того, как я подселенцев отсюда удалила. Вот смотрите, я вот эти стаканы уже посредине стояли, но там еще не все. Когда начала убирать вот эти лишние стаканы, то сразу стало видно, ну, проявились ряды мои. И вот те маленькие, которые казались, ну, когда стояли высокорослые, вот тот ряд казался вообще малышами. Теперь видно, что они очень сильно тоже подросли. Вот смотрите, Ренет, он тоже набрал, выдвинул цветочную кисть. Хочет свести. Подождите, дверь закрою. Пока еще рано утром. Не надо их тут охлаждать. И вот эти крайний ряд высокорослых, они доросли до такого состояния. Видите, они уже стали сюда вываливаться в ряд. Ну, как в проход. Очень большие. Я сегодня буду их колью привязывать. Только один пока вот этот ряд. Тот не буду. Те еще маленькие, они постоят. Видите, они уже сюда все вот такие огромные, красивые вот эти вот цветочные бутоны. Мне нужно их, пока они не расцвели, привязать колышком, пропасынковать, какие есть нужда у которых, чтобы потом их уже цветущие сильно не трепать. Вообще все прекрасно, заходишь сюда. Ну вот красота неземная. Хоть и, конечно, не очень скромно хвалить свою рассаду, но мне нынче рассада, вот особенно вот эта вот ранняя, которая с подогревом грунта здесь высажена, очень нравится. Она так быстро пошла в рост. Ну вот она как квашня. Вот видите, она как расползается, как квашня. Хотя подогрев был включен только в самом начале. Сейчас вот в этот момент, сегодня, например, завтра, когда на улице плюс 14, и когда здесь все-все-все прогревается прям, я уже на ночь никакой подогрев не включаю. Ни этот, ни этот. Я сегодня зашла, здесь 8 градусов. На улице было 5 у нас, плюс 5. 8 градусов для ночи, ну это еще терпимо. Вчера еще был пасмурный день, мало нагрелась земля, вот этот грунт, мало прогрелось. Вообще все здесь, сегодня здесь все так прогреется, что на ночь они опять у меня будут стоять без подогрева. Потому что если включать подогрев, вот смотрите, тут 8 без подогрева. Если включать, например, инфракрасный или подогрев грунта, тут будет опять такая же жаркая температура, как дома, и для них это не очень хорошо. Ночью они все равно должны отдыхать, и должен быть все равно здесь перепад температур. Днем тепло или жарко, а ночью немножко прохладно. Когда буду сегодня показывать подвязку на колье, пасынкование, буду попутно отвечать на некоторые вопросы, потому что сейчас вопросы приходят разнообразные, очень много. Люди как раз начинают готовиться тоже к высадке. Пока это просто обзор. Потом покажу еще вторую теплицу и третью, где придомовая. Во второй теплице тут у меня работа еще не закончена. Тут, видите, эти ряды я не досадила. Новоселы сидят в тоннельчике с тройным укрытием. Две пленки, ой, две этих, две нетканки и сверху одна пленка. Сейчас буду открывать их, они просохнут. И чтобы прогрелся грунт, здесь как бы не обогреваемый у меня пока вариант. Просто поликарбонатовая теплица, дуги и несколько укрытий. Сейчас еще одну теплицу посмотрим. Ну и здесь вот эта последняя теплица, где вся молоть у меня стоит. Была холодная погода, они стояли все дома. Вчера первый раз мы их с Катей сюда вынесли. Нераспекированных осталось всего 5 ящичков. Тут стоит теплица разных возрастов, но вся она довольно-таки молодая. Тут для теплицы, которую везут с Екатеринбурга, вот говорят, что сделали и отправили. Это вот уральская легенда, про которую я говорила, с открывающимися форточками там. Ну, такая вся крутая, дорогая, на которую я решилась один раз в жизни, хотя бы один раз в жизни купила себе нормальную теплицу. Так, это тут и для этой теплицы. Потом тут
Тут и для открытого грунта, который потом в огороде будут. И, короче, для той теплицы, которая вообще никак не обогревается. Тут все-все-все хранится пока что вот здесь, в придомовой теплице. Конечно, тут только в 200-граммовых стаканчиках, но я постепенно, помаленьку, каждый день, которые подрастают, переваливаю в 500-граммовый и выставлять буду на доращивание. Все, вот этих пасу туда-сюда таскала пока что. Сейчас хочу оставлять навсегда их здесь, ну, потому что погода позволяет. Теперь буду укрупнять все 200-граммовые стаканы, переваливаю в 500-граммовые. Это ежегодная процедура, которая, мне кажется, очень благотворно влияет на рост рассады, на развитие корневой системы, все, короче. Вот, все у нас хорошо, все холодные ночи мы пережили. Если даже у нас впереди будет еще холодно, ну, убежим домой. Вот мы пасемся так, когда тепло, выгоняем их сюда, когда холодно, загоняем их назад. Это мое стадо, маленькие овечки. Все, до свидания.